teraz ludzie mają utarbienie powiedzieć, nie nazywam się pan, ja jest kampanię z Wikipedia Wash. To się rada pokazać wam proces roboty naszej bezkontaktnej atomowej. I pozamówię u was ją funkcję. No, сначала pozamówię его ваше мечтарение и внесарину преимущество. Начнем. Вот это наша система фотоэлектрическая. Когда автомобили сюда подъедет, система быстро обнаруживает машину и ее размер. И после этого мойка начнется. Вот это наши автомойки. У них есть 13 парфюмов. 4, 5, 4 парфюма. Общие 13. Эти парфюмы лучше помогают очистить или отдельно преодолевать снег. Вот эта система помогает при парковке. Она поможет направить автомобиль в нужное положение. Когда автомобиль сюда проедет, и сразу начнется программа мойка автомобиля. А это наш Г-образный рукав. Он соединется специальной вращающей конструкцией, которая вращается на 360 градусов за 60 секунд. И наши CBT используют технологию расширения модели объекта. Вот это водопроводная, а это венопроводная, они расширены. Это такой технология обеспечивает, что эффективность очистки и еще экономика воды нет. А также у нас давление воды от фонсуна можно достигаться 90-95 бар, что позволяет легко удалять грязь. А это наша система, поперечная система, которая может улучшить очистку задней и передней части автомобиля путем многократного перемещения. Вот это наша ультразвуковая тачка. Первый. Второй. И третий. Благодаря системе поперечного перемещения и 3 ультразвуковым датчикам мы гарантируем, что расстояние между рукавом и автомобилем всегда будет 35 см. Это необходимо для безопасности и наилучшего эффективности. Вот наверху 4 вентилятора с мощностью 5,5 кВт. В этом эффективность сушки достигается 95%. А кроме мойки днища, наши стандартные мойки автомобиля состоит из 6 этапов. Первый этап – быстро растворимая пена. Второй этап – мойка высоким давлением. Третий этап – волшебный пена. Четвертый этап – мойка высоким давлением еще раз. Пятый этап – водяной пот. Шестой этап – взрывная пушка. А каждый этап вы можете сами перенастроить, отрегулировать давление воды, высокое давление или низкое давление, чтобы мойка соответствовалась с вашей задачей. Ну, сейчас пойдем на помещение управления. Давайте. Вот это блок управления. Здесь вы можете устанавливать различные программы, как можете. А это блок питания. А внизу это блок датировочного насоса. В ней есть 3 штатирующие насос, 3-3 типа жидкости. Ну, как ты, волшебная вена, быстроразливная вена и еще водяной блок. А это коробка водяного насоса. А в наш водяной насос используется технология прямого привода. Гарантируется, что без потери постоянно давление воды. А это наши накопительные емкости. Его вместимость не менее великой, а рядом с ним воздушный контракт. И время истекло. Наша сегодня поездка
На мой клуб подошла к концу. Благодарю вас за поддержку и просмотр. Если у вас какие-либо проблемы, если заинтересованы, связаться с нами. Увидимся в следующий раз. До свидания.